Первоуральцы, желающие сделать город красивым, чистым и благоустроенным, объединяются. «Тысяча добрых дел Первоуральску» – так называется стартовавшая сегодня гражданская инициатива. О том, кто может присоединиться к проекту, наш следующий сюжет. Объединить усилия на благо города – это основная идея нового проекта «Тысяча добрых дел Первоуральску». К нему может присоединиться любой желающий, независимо от возраста, профессии и политических взглядов. Главное – желание совершать добрые дела. Проект, который называется «Тысяча добрых дел Первоуральску», будет объединять всех. Всех неравнодушных граждан, общественников, предпринимателей, молодежь, пенсионеров, тех людей, которые хотят сегодня сделать наш город чистым, красивым, благоустроенным. Сегодня в Первоуральске уже предпринимаются шаги для того, чтобы сделать город комфортным и благоустроенным. Новая гражданская инициатива поможет количество добрых дел увеличить в разы. К проекту уже готова присоединиться молодежь. Наша с вами задача – это объединить таких молодых людей в одно единое целое и делать добрые дела для нашего города вместе. То есть, чтобы молодые люди у нас не работали точечно, да, где-то там чуть-чуть, где-то тут чуть-чуть, можно объединиться и сделать много больших, хороших дел вместе. Уже в ближайшее время в рамках гражданской инициативы в Первоуральске начнутся реконструкция остановок, появятся новые скамейки, запланированы и другие добрые дела. Это, прежде всего, ограждение палисадников. Значит, во многих, значит, подъездах на самом деле есть проблемы с почтовыми ящиками. Значит, сейчас уже есть большой запрос по поводу урн около подъездов. Как пояснили авторы, инициатива «Тысяча добрых дел Первоуральску» будет бессрочной. Стартовав в этом году, проект продлится столько, сколько потребуется для нужд города. В ближайшее время начнет работать контактный центр проекта. А пока желающие присоединиться к гражданской инициативе могут обращаться в общественную приемную «Единой России». Ирина Арефьева, Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Служба народных новостей.